знаю, что с Таней. А что спросить? Коля. Коля, ну скажи чиз. Ну давай. Коля, интервью. Не скажу я вам. Для радио свободы. Я вам ничего не скажу. Закройте объектив. Опа. Сколько носки? 30 тысяч. Боря, что ты туда спрятал? А, хорошо. Ну, твое слово. Предвыборная кампания Бориса. 500 долларов. Нет, Боря, политическое кредо. Всегда. 58 всегда. Ну, так и будем молчать? Ну, разговорчивый. Ему поговорить надо, чтобы занять. Слушай, мужик, иди отсюда, иди просто иди. Сними очки, чтоб тебя запомнили для досье. Очки сними, я говорю. Хыла. Только Маша не взял, фамилия. Я записывать буду. При выходе. Будут сверять. По мастеру какую цену у вас? 9. О! А сколько это коптер? Да. Что? Думаешь, что это видно? А? Думаешь, что это видно? Солнце светит прямо в глаз. Так ты закрой. Я с ним решу. Это будет сегодня по 7-му каналу, да? Все уже выкинули. Ладно, 58. Идите сюда, вот много раз. Давай. Кочка, ты покупай. Черный вопрос. Я еще. Знаешь, что делаем? А помните, в свое время с вертолета снимали? Да. А потом немцы как-то с крыши там снимали. Вот отсюда снимали, вот с этой. И оттуда. Какой? Да? А сверху? А сверху-то сколько? Что? Ты ее можешь снять? Мне кто? Не приятно, да? Ну, давай, нет. Сколько такое в Москве? Ну, это деньги. А сколько? Не помню. Кто тут все это? Продал Саша. О, вот сейчас включил. Оля, обрати внимание. А такие Спасибо.
Варя, снимай, как я на машинке езжу. Называй тебя. Поехали. Вот, да, да. Платки. 35. Я могу назад вперед. Ножи. Там змейка в среднюю сторону. Ножи. Ножи 33-35. Тысячу. Да. Я сейчас выйду. Вот и я. Итак, уважаемые товарищи, вы находитесь на знаменитом Одесском базаре, так называемом Толчке. Он находится на 7-м километре Овидиопольской дороги. Да, можете обратить внимание, сегодня вторник, нерабочий день, я здесь куплю. Да, видите, сколько людей? Но торговли нет. А вот и я, опять. Это по телевизору показывают. 7U7, программа, происшествие. А вот сейчас вы можете видеть нашего самого большого тунеядца. Видите, он все время сидит и не работает. Ни один из видов товаров не хочет продавать. Ни по какой цене. Наши документы. Наши документы. Пожалуйста, батарейка. Вот там 55. А, сейчас я буду. А чем ваши десантики? А чем лад? А чем лад? Обойдите, спросите. О! Оля! Опять едем. Поехали вперед. Пошли. За 53 ты отдаешь. Боря, пошли туда. Лосины, байты. За 53 до лосины отдаешь? Да. Впереди туда. Это ты как будто за рулем, да? Да. Как это я едешь, за рулем. Как будто едешь, да? Я еду. Ваше интервью. Давай. Последнее слово. Какое? Большое? Программа 7U7. Последний. Программа 7U8. 7U8, да. 7-8. Происшествие на базаре. Во, вот все где происшествие на базаре. Все, да, посмотри. Происшествие там дальше посмотри. Эти по 4,5. Возьми одно такое, да, такое будет как раз здесь. А вот, будет. Не будет. И что такое? Только оптом. Седьмой канал? Да? Нет, серьезно. Нет. Восьмой канал. Нет, серьезно. Каменный. Так как я продаю его. 38-й канал. Приехали с Николаева. Чем? У меня же не розница. Я посчитал, сколько стоит эту куртку. Я что же покупал, не помню. Разделил на 56. Получилось 5 сколько. Смотри-ка, врет и не заикается. Ты зачем честных людей дуришь? А как? Это на 30. А ты что, опять пьешь? Это японские зажигалки. Не китайские. Ну и мур. Чтобы крепко, чтобы метко муху бить. Ну да, нужно кофе крепкий пить. Очень струнно. Куда ты его поставил? Иди сдай. А здесь, да. Оба. Все, девки, да? Опять купу. Зелень. Всю зелень. Видимо, на купон. Всю зелень хотел. Добрый день. Программа 7U7 приветствует вас от нашего лица.
Пожалуйста. Иди, я тебе экономический прогноз скажу на это. А ты кто такой? Сюда не надо. Ваше имя, фамилия, ваши документы. Хочешь, я тебе экономический прогноз на этот год скажу? Да. Сделай там паузу. Будет очень любезно. Я слушаю. Кость. Ну, какие носки? С матерными словами. Ну, фирменные носки. Попрошу не вырезаться. Кто не заплатит? Это ж все очень просто. А где машинка? Уехала. Вот машинка. У тебя ручная машинка. Да, ручная машинка. Она даже дома, даже дома посмотреть. А это же надо будет переснимать потом. Нет, переходник есть. Нет, на большой. Переходник. Смотри, большой. Какие умные. В него вставляешь маленькую выпуклую. Да? Смотри, какие умные. Даже посмотри. Не дам. Нас уже снимали тут в прошлом году, мы дубленку продавали. И нет, шубу. И вас сняли? Да. Кушаем, Константин. А? Кого ты кушаешь? Чипсу. А где чипса? О. Опять на шару, небось, ешь? А как же? Деньги фотографируешь. Хибату гроши. Не надо грубить, давайте успокоимся. Ну... А сейчас я вам покажу гамаши конкурентов. Рекомендую. Здесь собирается, вот гамаши конкурентов, посмотрите сюда. Что момент. Будем собирать. Вот, пожалуйста, гамаши конкурентов, у них брать не надо. Брать их не надо. Подарите. Вот. А вот Тонечка, рекомендую. Ой, это мы продали 24 штучки серой гамаши. Это вот магазин, собственно, здесь ты торговаем. Носочки. Носочки. Гамаши. Ойка, мы продали 24. Продается? А я продаю. Мужчинка. Дорого. Не, открой, я загляну. Дорого. Денег нет? Денег нет, купонами не торгуем. Ясно. Ну это пришли те, которые вчера звонили, мне сейчас не пришли, плакали, что я их наказал, все, вам по 3. Я это не указал. Боенька, ну у нас, цветные, вот, да? У нас продали 24 штучки, серых мы продали. И вот если те более взял, 6 упаковок, 40 штук, если их не хватит. Гражданин оператор. Мы считали, там не хватает. Господин оператор. Вот а это... то, что у меня в мешке в одном не хватает вот 6. Вот эта женщина, между прочим, любимая. Несмотря на то, что у нее есть муж. Борька, ты меня выпил? Нет, вообще. Я при этом трезвый. Никого не боюсь? Никого не боюсь. Подожди, это его жены здесь нет, знаешь? Моей жены здесь нет. Он поэтому никого не боится. Я никого не боюсь. У него рыжая, она ему устроит. А вообще, скажи, у меня есть собака. У меня есть собака, между прочим, баскетбол. Я ее тоже не боюсь. Я ее тоже не боюсь. Вот. Вот здесь мы, собственно говоря, работаем. Давай, продолжаем экскурсию. Продолжаем экскурсию. А что здесь снимают? Это Рима Кадырчев. Вот, подходим сюда. Рима Кадыр тоже конкуренты. Истанбул самый лучший. Найдет лучше. Это не то, что фирма продается, там такие, пожалуйста, реклама. Кадир. Все нормально. Это Кадир. Привет. И вот фирма Кадир, пожалуйста, вот фирма носочки. Кадир. Рекомендую. Не а дорогие. У нас носочки Рибок. А, ну, носочки Рибок это не фирменные, это уже под фирмы. А свитерочки? А Кадир это чистый фирмы. А Кадир натуральный. Вы свитерочки видели вообще? А зажигалки такие вот мы привозим. А вот такие зажигалки такие мы привозим. Фирмы. Какой? Фирмы. Пожалуйста. Какой? Я выше покажу. Кадир. Иди, ты стоп. Пожалуйста. Ко. И сигареты вот такие вот. Рекомендуем курить. Ричмен? Только для богатых. Жуткое дело. Только для богатых. 65 штучек, 63 оптом. Свитер, пожалуйста, берут у нас. 10 штук и больше по 62. Оптом. Это по 7 каналу сегодня будет, да, пока? А это я. А вот берите гамаши. Так, мать, дай посмотреть, как там смотрится. Ты не мать ваша. Вот надо громче говорить. Ты снимаешь же, да? Да. Ага, как сану мою, снимаешь тоже? Снимаю. Улыбнись, скажи чиз. Чиз. Молодец, зубы гнилые чего-то только. Это же отверит. А это Оксана. А ты кто? А я при ней. А то смотри. А вот это показывать не надо, это неизвестно что. Затесался в наших так, рядах. Так, о. Враг оптовик. А футболка у него какая классная. Сколько он? Сколько? 35. Ну 5 может быть.
Вот видите, 500 его давай. 22, короче. Вот он, мой канал. Свитера лоптом в розницу кто не взял еще последний. Итак, происшествие. На толчке заломали доллары. Серость заломали. Заломали зелень. А ты что не брит? Я же тебя предупреждал, чтобы побрился. Для седьмого канала я не брею. Это не седьмой канал. Это 38-й Николаев. Нет, это третий... CNN. CNN? CNN. BBC. Это супер канал, что там? Вообще это голос Америки. Из Вашингтона? Да. Ну вот этот голос, который тук-тук-тук. Он же из Америки. Да. А съемка в Соединенных Штатах Украины. С получены? С получены. Чтите их. О, ножики. А ножичка у нас на всех хватит. Ножичка у нас? А ты уверен? На всех хватит. А ну вот сюда, ножичком. Класс. Так будет с теми, кто не покупает наш товар. Правильно. А сколько черное платье вот это? Черное платье почему? $100. Продаем на украинские доллары. Поделим на двоих. Показываю их, кстати, чтобы видели. Это 50 тысяч. Одна бумажка 50 тысяч. Класс. А это одна бумажка 20 тысяч. Долларов? А это одна бумажка 500 купонов. Можно купить пол хлеба. Нет, уже нельзя, да? Я разложил, да. Четвертушку уже можно купить. Ага, это валюта, четвертушка хлеба. Да. А вот за 50 тысяч можно сходить на базар и ничего не купить. Ничего. Это ты потом в Штатах будешь показывать. Я буду им показывать и рассказывать. Там Воронов сзади проехал. Обещает? Обещает. Обещает бумажку в 100 тысяч. На которую тоже ничего нельзя. Не шатай рукой, я же снимаю бумажку в 50 тысяч. Какая красивая. А полоска есть? Есть полосочка. Полосочка есть. А что на ней написано? На ней написано... Кравчук. На ней написано Кравчукча. Чукча Кравчукча. Он же Кравчучево. Как пишут дети на заборах. Ясно. 50 тысяч сегодня, 50 это, друзья мои... 100 тысяч завтра. 2,5 доллара, правильно? Нет. Нет, 3,5. 3,5 доллара. Во. Меньше? Больше. 3 доллара. И 3 доллара еще остается 5 штук. 3 доллара и 5 штук остается. Ага, значит, под прилавком товар прячем. Да. Только для своих, дефицитный. Дефицитный товар. Коля, а что можно за доллар в Штатах купить? За доллар в Штатах можно купить... Да. Ничего. Ничего. А вот и я, дорогие, уважаемые товарищи и господа, мусье, как там еще, джентльмен. И всякое прочее. Там слышишь? И всякое. Алексеем рекомендую. Анкл Боб рекомендую. Лучший продавец борется за звание лучшего продавца на толчке. Переходящее красное знамя у него уже было. Переходящее желто-блакитное. Переходящее желто-блакитное. Хорошо бы переходящее звездные полосы. Да. И с большим мешком. А что такое желто-блакитный? Желто-блакитный? Это голубой китаец. Это голубой китаец. Ой, посудят нас за такие речи. Уже не посудят. Поздно. Уже не посудят. А как? А вещественные доказательства? Что? Я здесь, вот он я здесь, это Боря. Я продал сегодня. Он врет. Три мешка. Врет. Три мешка. Это очень мало. Сними очки, чтоб народ видел твои истинные. Мои желто-блакитные глаза. Так он прикрывает этим. Истинная буржуйская. Он родину за лосины продал. За лосины я продал родину, причем неоднократно. И не только за лосины. Они продали за носки. За носки продали родину. Да, которые не продаются, к сожалению. Вот сюда снимайте, сюда. Будьте добры. А почем вы брали гамаши там, в Стамбуле? Гамаш я брал в Стамбуле по 2,5 доллара. Очень дорого. Очень дорого. Мы брали по 2,2. Они конкуренты, у них не берите. А сколько калькулятор? Против конкурентов у нас
ножичка. Всех берите по какому-то цветочку. Вообще мы стоим здесь с ужасным холодным оружием. Очень холодно и очень ярко. Все прячу, пока никто не видит. Не забрез с ним. А тебя же уже научили как-то. Я женщину плавно плавала. Подсчитывали. Что вы проверяете? Она хотела в педы брать. Чтобы он работал. А зачем? Куда же ему деваться? Главное, чтобы не работал. Главное, чтобы вид имел. Все? Это уже не годится. Это должны быть все единички. А там что? Нас вот учили. Там, тоже учили как правило. 20? Да. Так там же Е, ошибка высветилась. Ты что? Это же на любом калькуляторе. Нет, я пока это ошибка. Где это ошибка? Но должны быть все единицы. Достань свой калькулятор. Ты неправильно считаешь, надо сделать. 2 умножить на 2. Если 4 получается, значит работает. Проверить. Ну, посчитай-ка здесь. Сейчас. А там единички могут быть. Достань. Что надо проверить, скажи? Не знаю, чтобы все единички высветились, и ошибка была. Ну, зажигалки. 3500. 1 3 3 500. Что-то народу сидит. Какая щетина. А вон подсчитывает деньги, смотрите. Не бритый я, бывает. Наши деньги кровные. Гербованцы, уполненные. И милые ФСС. И всему тому подобное. Видишь, получил. Не знаю, как насчет КП. По здоровью. КП? Да в СС он уже был. И не такая. Девочки, почем карандаши? Ты позоришь нас перед лицом мировой общественности. Бабушки, почем усы? Перед лицом. Коля, это же записывается. Все записывается, все слова твои фиксируются. Я знаю ваши все записи. Так, это я что тебе должен? 30 сейчас надурит. Мы это зафиксируем и его посадим. Сейчас он надурит тебя. Тебя посадят, а ты не воруй. Социализм с человеческим яйцом. Нет, это что-то невероятное. Откуда социализм еще и человеческий? А как он убирается? На себя, на себя. Как одна подошла и спросила, а почем выкидыш? Выкидыш. Да, я говорю, потом как и вкидыш. Решечка назвали. Выкидышем назвали. А ну открой сумочку, а ну открой сумку. Какую? Сумку открой свою. Витубарен. Какую? На поясе, которая. Только проверка документов. Рекомендую. Лосины наши 53. Носочки. А, носочки почем? Носочки по 30. Зелень. Зелень. Совсем зеленая. Мешок остался. Так что, не дорого будет? Да ему такие варианты. Может чуть-чуть дороже, потому что она Сколько это, конечно, ладно? 5.
такси. Это я. Это я. Вся моя семья. А вот и я. А это мой магазин. Возьми меня. У меня куча денег. Вот, богатый бурачок. Богатый, если не такой богатый, Вань, фантики считает. Все мое. А ты снял мою латку снимет, видишь? Нет. Работаю в чем? Денег не хватает, штаны купить. Я их когда докупил за $60, латка протерла, взял темки. Ты как подумаешь, что $60, да? Да. Жалко выкидывать, ей-богу. Хотел продать, меня уговаривали, давали 150, не отдал. Это ты спекулянт проклятый такой? Да. За 150 рублей отдал. А что он мигает? Наверное, показывает, что батарейка исходит. Так, ну что, Боря, продолжаем наш сериал «Просто толчок». Вторая серия. Здравствуйте, дамы и господа. 7-й канал продолжает свою работу с детского толчка. А почему 7-й? А как? 8-й? 8-й. 8-й канал. 8-й. Вчера был снимать, сегодня да. Среда. День оптовый. Да. Томительный. Да. Появился новый товар. Где? Памперсы. Какая? Памперсы? Ага. Памперсы. Лак. Лак. Перламутр. Перламутр. Перл. Он же перлопатр. Батарея. Перлопатр. Батарея. Батарея. На что? На нож? Да. Какой? Этот 33, этот 35. Рекламу, Боря. Покупайте машинку. С этим ножом это чистое наслаждение. А вот бегают вьетнамцы. Где? Ниндзя Чукча. Предлагают доллары. Доллары. По 16 тысяч. Ха, подлецы. Но мы не берем. Мы не берем. Мы держим цену 15 900. Да. Да. 55 уже. 55, между прочим. Надо брать сейчас. Дальше. Лак 9. Лак перламутра 9. 55, да? Я четко, Боря. 55. Костя, ты отдыхай. Покупаю товар. Да. Какой товар? Кто у меня ворует? Арнольд Кубай. Сколько ваш лак? 9. Торгуйте, женщина. Историю попадет. В 7-м канале вы есть. Итак, интервью. Там, между прочим, появились носочки фирмы Reebok. Reebok? Reebok. А какой это? А за 50? Пала зажженная сигарета. Так, это микрофон. Пожалуйста, микрофон. Ну, вон, смотрите, какие-то... Есть микрофон. Нет, это не... У нас микрофонов на всех хватит. Так, давайте, продолжаем. Уважаемые дамы и господа. А вот ниндзя идет. Где ниндзя? Пошла. Ниндзя пошла. Не увидел я ниндзя. Не надо еще соточку. Так. Давай, уважаемые дамы и господа. Постучи по нему. А вот оптовик пришел. Подошел оптовик. Оптовик. Где оптовик? Вот оптовик. Лак. Да? Оптовик. 7-му каналу. Лак прекрасный. Не слезающий. Не слезающий. В течение года держится. Сказка венского лака. Венского лака. Новая заморочка. Замосим только коробочкой. О! Или ты даже на Турцию поехал? Только родился и сразу в Турцию. Полушарие вырезали, да, он рассказывал. Удалили одно полушарие, поехал в Турцию. Еще одно, поехал еще раз в Турцию. Добрый день.
7-7 приветствует вас сегодня от нашего лица в программе «Происшествие на толчке». Происшествие происходит ужасно. Что вам стоит? Я уже второй раз смотался за товаром, это я говорю по секрету. Вы же за 8 отдали, мне за 8, да? Кто за 8 отдал? Я коробочку за 8 отдал. Пустую? Да, пустую. И тебе могу за 8 пустую отдать. Пахнет? Пахнет лаком. Если взять всю коробочку, можно полы дома покрасить. Класс. Лак половой. Тогда дорого будет оно. Нет, дешевле, чем взять настоящий лак. Для чем полы. Краски взять. Гораздо дешевле. Ну что? Пардон. Так, ну, о чем вам рассказать? Хотите, я вам расскажу о своих приключениях в далеких заморских странах? У меня не было приключений. Коля, расскажи о своих приключениях в Эмиратах. Так всегда. Вот так всегда. Вам глухонемой. Не то отгоргать. Как можно ругать? Я ж пособник. Там по телевидению будут смотреть. Коля. Дура. Николай. Конкретно. Дача. Терковские. 2000. А зажигалки? А я Михалков. Никита. Спасибо. А это мой оператор. Зажигалочки ваши. А я режиссер. Вот это крупным планом, вот это мелким планом. Так, так, повернись сюда. 55. Оптом, соответственно, все то же самое. Повернись ко мне. Я возьму. Так, вот так, 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 вот. Вот, теперь приближай, удаляй. О, молодец, у меня хороший оператор. Никита Михалков представляется. Он же Кончаловский. Он же Кончаловский и он же Тарковский. 650. Будете брать. Ох, житие, бытие мое. Житие мое? Какое житие твое? Пес смердячий. Карандаши. 8. Ты меня крупным планом снимаешь? Ни в коем случае. Выйди туда, в коем случае. Ни в коем. А вот серые полоски уже. Идет, да. Вот сюда горе подойдет. Никому не там. Малюха, Боря, оно не сюда. Боря, будьте добры, вот, пожалуйста, свитера. О чем свитера? Не, я на телевидении. Не а? 68, 65 ручка, пожалуйста. Это по 7 каналу будет, да, сегодня? Да, да, 7 канал. Вот есть такие вот две. Пожалуйста, любой цвет, есть орла. Так, Боб. Оставите свободу. Не надо так долго снимать один кадр, Боря. Что ты там снимаешь? Боря, ну да. Сейчас я ему выдам. С какого хрена ты продолжаешь на обзорную экскурсию? Против солнца. Ну какая разница, солнце у нас светит прямо в глаз, как и где. Так, рассказывай. Ближе станьте, вы размазались. Солнышко оттуда. Говори. Тебе солнце мешает, что ли? Говори, спокойно. Будем как в американских мы фильмах. Мы продолжаем передавать нашу обзорную экскурсию. По Одесскому толчку. По Одесскому толчку. Переходим в ряд центральный. Да. Напротив люстры в данный момент. В данный момент напротив люстр и туалета. Попрошу внимания так. Ни люстр, ни туалета не вижу. А вот туда. Вот туда. Что снимаем? Да. Считающаяся низкая мера. Девушка не жуть, его снимает кинокамеру. Язык 7 каналу был показан. Идем, меня сними чуть-чуть. Чуть-чуть сними. Все, снял. Хорошо. Рекомендую. Лучшие продавцы Одесского толчка. Миша, Наташенька, улыбнитесь 7 каналу. 7 каналу. Улыбочка 7. А когда будет показывать 7 канал? Я Мишу, сколько раз? Сумочка. Не надо будет.
Понял. Пусть наши сумочки красивые. Сумочки, рекомендуем чтобы сумочки. Чтобы ты показал. Сумочки, потом часики. Нет, сразу цену говорить. А ты же потом всех заложишь. Всех снимаешь. Заложу, всех. Сумки по $100. Всех? $100. Класс. Сумки по 100 долларов. Знаешь, куда пойдет? Это все для фининспекции снимают. Для фининспекции. Я Миша давно говорю. Уже время не может спекулянтов. Всех проклятых спекулянтов. А вот я их заснял, заснял, заснял. Всех спекулянтов. Бак ты прячет. Давай, будем бак ты прячет. Ага, валютные махинации. Когда есть? А что мне вообще? 20-го нет. Ну, эй, турок! Тут же нет, 12. Все равно эта дубина играть не может, не давайте гимнки. Ой, пацан, я тебя прошу, только сиди и не заставляй меня говорить гадости в видеокамеру. Ну что ты? Ребята, а это машинки на батарейке? Да. Вот да. Такой? Да, вот на пальчиках. Одна 30. А сколько она стоит? Фара. Фара, да? Батарейка. Это Рибок, это фирма. 25 тысяч. Машина, да? А батарея? Считай. А эти? А Мазда играет. А почем сейчас? А вот и Леша. Мой хулиган. Почем они? Чем приторговываем? Ну, Борик, залежа. Борик, это со звуком или нет? Да. Борик, это рабочее место здесь не одно. И под прилавком что у него творит? Расходы 9 часов. Ты хочешь самолетом лететь? Я даже привезу славу. И не думай, что ты с ним подружка и все. Он все бросит ради меня. Сели на наши дома. А сколько она посадит стоит? Я не знаю. 2, 3, 4, 5 штук. Где? 4. 50 тысяч рублей она забрала, ну, меня уже. А, рублей, да? Ну, вы идете к там. Вы же не идете с кем-то в будку стоит, чтобы нормально. Побольше. Там 8. Недорого. Тонечка. Так, с вечера последний опыт. How are you? Я тебя спрашиваю, как живешь? Здорово. Очень хорошо. А, хорошо, хорошо. Но продолжает с собой. И Боря такой молодой. Боря такой молодой. Борис, ну завести себя серьезно, что там? А? Ну как можно серьезно, когда вот гамаши лежат? Ух ты, оно еще крупным планом взял. А резко все равно не будет. А это берет. Большой мальчик. Серьезно? Большой мальчик. Такого расстояния. И такой большой язык. Палец вот так показывает. Я один карандаш могу взять? Нет. Только надолго, наверное, хватит. Только против солнца. Да, палец вижу. А как это против солнца? Мы снимем кошелек. Боб, когда будешь забирать, занесешь ко мне. Почти в этот. За 20 минут скинь. Потрывал. Только обязательно шнур возьми. Какой?
Так, здесь аудио-видео есть выход? Да. Тогда не надо. Продолжает с собой. Ножички. Боря боец, есть у него фронта. А тебе еще и батарейку надо? Не, есть или нет? Вон батарейки лежат отдельно. Ох, хрена. Ух. Надо ребенку показать. Сними вот наши киос, сними. Это как работа идет. Да нет, вот сюда, вправо. Правее вы. Ага. Службу сними, а что ты... Мужик, а мужик, норка почем? 750. Чего 750? Купончиков. Тебе дать 750 купонов? Да. Настоящий мужик. Даже без разговоров. Это есть. Хорошие сигареты должны куриться с хорошей. Правильно. А я заснял. Смотри, идут, звоните. Где? Вот, выше бери. Клав, да? Куда это звонит? Зонтик пошел. Осень, зонтики пошли. Парасольки. Зонтики двинулись на юг. Косяком. Время сколько? Время 11:30. Время. Начинаю про Ленина рассказ. Ленин мечтал о таком коммунизме, но не дожил. Николай Эдгарович, что вы там сказали за Владимира Ильича? Есть такая партия. Отличнейшая партия, товарищи. Героина из Тайваня. Давай, я скажу. Товарищи, революция отменяется. Ножиков на всех не хватило. Не. Товарищи, я считаю, что в этом году свершится великая пролетарская социалистическая революция, так как мы привезли большую партию ножиков. Очень большую партию ножиков. 25. Мы будем двигаться своим транспортом, вооруженной тяжелой артиллерией. А вот и наш транспорт. Коленька, а ты посидел. А почему курс считай? Посидел. Я сижу. Он сидел очень долго. На 15. Почему? Оно же. 35. И вот идет, ты ж не снимаешь. Снимаю. Снимаешь? Да. Снимаешь. Так, ты снял какая-то торговля? Да, бульная и обширная. Нам некуда уже складывать купоны. Ты сложил. У нас купонов больше, чем товара по количеству. Боя. Кто вес? Этих снял? 375. Кого? Куполи или компания? Обязательно. Они уже сняты. Они уже сняли. Подаем. Смотри, пролети. Они же есть 46 написано, там на 48 идет. Ты берешь? Они мне соответствуют. Да-да-да-да-да-да-да-да. А если больше молчать? Я не знаю, сколько карандашей. 12, кажется, выпуск. А что у нас под прилавком? У нас? А у нас пистолетики. Боря, сними меня под прилавком. И по 33, да? Сейчас я что-то там. Снимай. Я на Матвена достал уже. А что же у нас под прилавком? Ну, что, что, две восьмерки. Стандартные восьмерки. Все. Все. Никого нет. Бандерлоги все убиты. Есть такая. Так, это под прилавком. Папа, где попсикла? Где попсикла? Отдай карту.
Стало жарко. А где солнышко? Вон солнышко. Ох, какое солнце. А солнышко-то уже на западе? Ты снимаешь? Конечно, включено. Не вижу, лампочка горела, правда. Это у тебя погладил. Боря, вернись на рабочее место, или тебя уволят. Под сокращение пойдешь, Боря. Ты догуляешь. Нет, это ерунды. А? А в Соединенных Штатах получается сокращение штата. Соединение штата. Придем резкое. Резкое сокращение штата. На пару штатов. Да ё, уже вторая без этой фигуры. Да ё, мы. А ну, Боря, попрыгай. Так? Да, о, здорово, здорово. Не, сейчас хорошо. Выше, выше, ты можешь все выше, выше, выше. И зависи. Подпрыгнешь, когда подпрыгнешь, то зависи. Да. И стопка, да, обычно быстрее. Лечу, лечу, лечу. А мне летать охота. Горы пошли. Кто? Горы. Горы? Рецидивисты. Где? Ушли? А, вот вор, поймал вора. Держи его. О! А ну сними очки, ворюга. Гангстер. Ах, какие, какие злые глаза. 33, 9. Какие? Сел на мой товар. Мальчишка. Сойди с товара. Мальчиш, плохиш. Он теперь не имеет товарного вида. Надо его отоварить. Ого, мозоль. Это ты где, в Эмиратах отъел? На казенных харчах. В Эмиратах на казенных харчах. На эмиратских харчах. На эмиратских. Лифчики, лифчики снимай. Рис небось сжал. Снимай лифчики, нет, он таракан. Ты кому это предлагаешь? Если мне, то я могу, а то я не знаю. О, ладно, Боря. Где лифчики? Ох, какие лифчики. Всем снять лифчики. Вот, вот товар идет. Вот, вот, Костик, вот товар пошел. Товар. Товар, стой, раз, два. Такие же? Да. Я за 10 такой же, у нас 50 человек. У меня детина так просто. Ножичек, отличный ножичек. Даже с фломастеры. Детины, купи ножницы. Да, Максим. Я проскочил. У нас разные. Ну, Ленки, конечно. А машина? Жень. Женьки мне нет. От Ленки, будет Женька. Да будет это. Валя! Это даже не подорожает. Как доллар вырастет в ту момент. Так машинка уже будет 2,5 миллиона стоить. Синий поезд. Не просто спрашивает. Вы же просто вот доспрашивали. Нет, нет. Так ты ниндзя? Сейчас зарежется. Сейчас они начнут вылетать в разные стороны. Это концовка. Что ты делаешь? Ломись какой. Что, боишься? Нет, я не знаю. Какие ножи? 30-30. А, кидай мешок, мешок. Боря, повернись, я тебя снимаю. Боря, я приближаю, удаляю. Сапоги там? Есть, ты попал в попу. Кстати, не сапожный здесь. Здравствуй, Вася, я слилась. Называется.
не продает. Только я мороженое не бахну. Дай-ка мороженое. Мамке попробуй. О, еще и фирменный стаканчик. Ясно. Я свой гость. Варианс. Давай, что... Мороженое покрасил Божье. Божье. И как его люди хавают? Ну, да, да. Все с теми днями. Великолепно. Это дела. А есть пробор? А что проходит? Покрой. Ой, а что входит? Полностью пробор. Как рыбал? Ну вот, это покрывало, покрывало и дочка. Боря, сними лифт. Так, вот сколько он субботу взял? Где ночевать? Хоть не сумку не фотографируй. Да нет, это стой. Платочки почем? 35. Давай я тебя поднимаю. Да боже. Вот. Я тебя писал. А меня? Вот дебил, вот дебил, как выбиться? Как он выбиться? Как живой? Ты смотри, что-то прыгает, скачет там. Ну что ты пиксель светишь? Что ты свои пиксель светишь? Мальчики, ладно. Боря, ты не на шутку разошелся? Не на шутку? Ой, вторички пришли. Вторички такие пришли, все покупают сейчас. А ну-ка их всех покинули. Всех в камеру, всех в камеру. Да, да. Ну, в камеру на 30 суток. Два. Кого? Идем к Леве. Кого? К Леве пошли. Гражданин, чем приторговываете? Между прочим, костюмчики, да? Черные, хорошего качества, и недорого. Любой валютой берем. Любой. Я сейчас стою вверх ногами, что ли? Нет, ты висишь. Это как восьмигранником снимать? Считаем. Боря, ты вернулся в нормальное положение. Баксы. Баксы, да, проверка баксов. Куда? Проверка баксов. Проверка баксов. Наличие баксов есть? А? Торгуешь? Нет? Все. Я доллары в люты. В камеру. Валюты не принимаю. Нет, валюты нет в камеру. На 30 суток. Вот люди с телевидения. Седьмой канал. Седьмой канал. Будьте любезны. Вот, нечестные люди. Ваше мнение о Кравчуке и купонах. Ваше мнение. Спасибо. Алёша, спрячь там компромат за это собирал. Алёша, а он подкрылся незаметно. Какой буркузин. Ты зачем людей пугаешь? Думаешь, вверх ногами? Да. Вот. Я выбрал удачный раз. Его вышло, ты не сейчас мы его дадим. А потом жалуется в это самое. Ой, мы убытки, мы убытки. Мы убытки. Дай мне чуть-чуть убытка. Поделись убытком. Поделись убытком. Каким убытком? Вот этим. Ну, убыток. Ну, по 20-ке вообще не надо. У меня первый был мелочь. Я не понимаю.
Маша! Машка! Сними же очки, подлец, или нет? Или мне их тебе сломать? Кого? Очки. Чего? Чего? Дай в глаза взгляну. О, ой, какие морщины. Открой глаз. Посмотри на меня. Камеру повращай глазом. Ну, сделай круг глазом, оборот, вокруг солнца. О, глаз. Все. Открой рот. Голова. Ухо. Фонарики. Фонарики, где фонарики? А, у меня есть такой, у меня круче фонарик. Жор. У вас жор? У кого у вас? Жор. Что жрут? Бандерлоги напали. Да, и на себя. В наше время даже женщины вооружаются. Ну как, мужчины надо вооружаться. Мужики такие пошли, что приходится самим вооружаться. Да. Вы откуда будете, женщины? Завтра смотрите себя в 7-м канале. Я не здешняя. Не здешняя? Приедьте, посмотрите. 160. Да? Опять он дурит честных людей. Вы проверьте его хорошо. Он дурит. Аферист жуткий. А лак белый какой-то? 9. А фломастер? Фломастер 8. Как вы думаете, за какие деньги? Ножички у нас 33 тысячи. Я говорю, как вы думаете, за какие деньги он такую рубашку себе клетчатую купил? Население дурит. Дурит? Всех дурит. Обманщик, аферист. Негодяй. Заворованные деньги. Заворованные, да. А размеры большие? Они все большие. Материальчик только краденый. А посмотри, какой размер. Размер большой? Я туда с камерой залазил. Товар, дай нам скинь, домой, мы с Динкой снимем сексуальный фильм. Да. Товар сними, ну я же должна... Мама, зачем мне твой товар? Ты мне расскажи. Карифа. Что тебе Карифа. Рассказать? Что-нибудь расскажи. Да почему у меня давай было? Будем с Динкой делать групповой секс и с тобой, а Костя снимет. А ну да, пойдем первый ряд. О, а ты, оказывается, так ходишь, да? А ты больше ничего умного и не можешь показать. Ну скажи хоть что-нибудь. На! Деньги? На! Деньги, да. Я ж снимаю. Снимай! Я вырежу этот момент. Деньги, на тебе деньги, погнали, только уйди отсюда, на! Это что, деньги? Это деньги? На! Давай. Я такого еще не видел. Сколько такая? О, пчела из Израиля. Где? На банк. Израильская? Банк. А виза у нее есть? Нет. Нас снимают. Почему нет, только нас снимают? Почему у тебя фрагу не выставили? Вот, точно такая. Нет. Она показывает жопу, до утра можно все. Костик, чего это он мигает? Костик? Костик, чего это он мигает? Итак, третья серия «Просто толчок». Ну это класс, это класс. Только за я классно засел, как ты эту сосиску жуешь. Виня. Никому не нужен. Ты понял какой? Он, наверное, еще и на стоп нажал. Четверг. День оптовый. Примечательный тем, что я порезал палец. Подожди, я его приближу. А кто тебя спас?
Ты меня спас. Я тебя спас. Покажи, кто спас, покажи, кто спас. Да я не спасал. Да не ты, а, я. Я спасал. Вот так вот мы живем. Мы вот несчастные спекулянты. Да? Какая цена? 55. А взять? 10 штучек как? 10 штучек. Да. Сколько вы хотите? Рукопожатие. Вот я его заснимаю. Серега, ты подобный, не надо? Да нет. А я не брал? А я вчера занимался. А я не брал. А ну вот его посмотрите, есть адрес? Давай. Что ты слушаешь? Ездит потом, горе. Аккуратненько. О. Сейчас мы заснимем момент покупки холодного оружия. И всех в камеру. Сколько удовольствия? Себе брал. 600. А? 600. Нормально. Но это микрокассета, да? Или 8 миллиметров? 8 миллиметров. То есть она как произведение, она работает? Да, да. How are you, my friend? О чем платочку? Рай посмотрим. Что посмотрим? 33. А сколько штук? 12. Я посмотрю. $5 отдаю. 14 банков. 14. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел бурю. Смотри так за вот товаром. День оптовый. Оптовый берут. Четверг, день оптовый. А ты знаешь, чем он отличается от вчерашнего дня? Я знаю. Солнечко нету, солнечко, где солнечко? Я знаю. Вчера было следствие четверг. Вот. Холодно. Неправильно. Неправильно. Холодно. Холодно, жутко. И гамаши все равно не берут. И кофты не берут. Там-пам-пам. Боря, попрыгай, теперь ты можешь прыгать. Давай, я взял тебя в этом ракурсе. О! Машинка как. А ну заезжай на место. Ну 600, что тебе не понятно. 6 баксов. 6 купонов. Холодно, аж жуть. Со всех сторон братья, коллеги несут мне одежду. Вот в той будочке мне принесли вот такую вот кофточку. Свитерочек. Команда мальчиков. Откуда? А вот оттуда мне принесли носочки. Идите носочки. А с этого столика тебе всунули ножичек. Дали ножичек. Одевают, братья, одевают. Ну давай, продолжай. Наша передача продолжается. Итак, перерыв на рекламу. Давай. Рекламная пауза. Говори, рекламная пауза. Рекламная пауза. Так надо было в кинокамеру. Пауза. Очень смешные цены. Памперсы, одесский толчок. Ну очень смешные. Со сникерсами вместе. Рибок. Накачка двойная. Ну очень смешные цены. Ножик. Ну очень смешной. Ну очень смешной. А цена совсем не смешная. Цена не смешная, но ножик очень смешной. Резинки. Нет, хит такой, низкопит 93. Lifetime warranty. Вот цветовый подарок, это то, что... Если только такие, темные. Нет, это ж не турец. Это ж турецкий, он темный. Да, понятно. Это не то, что у тебя доллары турецкие. Они у нас все фирменные, а у нас в Турции нет вот ничего. Там мокра? 100% катон. Так что, вода? Внутри вот мокра это вы подразумеваете, это подарок, вы лучше не найдете. Они теплые. Я в них в Эмиратах ходил, когда 50 градусов было. Светочка, улыбнись. Боек, градусы налей. Наливаем. Боек, давай, Юрий. Крис, ты не брал. Здравствуйте, тут упаковка 12. Свою мать. А мы тебя сейчас... Дай
вот так. Вот, блин, Борис Рамазанович. Борис Рамазанович, дай, пожалуйста. Боря. Боря, на, тебе предлагаю. Боря, Боря. Боря, наливай. Боря, дарю. Дайте нам пробовать. Женщина, это 318. Беги, беги. Давай, 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 давай. Я даже секунду. Ну так, тоже чуть-чуть. Четверг сегодня. Баба, ну ладно, это я не буду. Давай. Боря, когда мы будем выключить? Ой, меня только не видно. Кто меня снимает? Сняла весь этот товар с прилавкой, приготовила. Лёха, там удаляет и приезжает, ты знаешь? Да знаю всё. Ой, какой класс. Боря. Вечно мерзлота. Рабочее время, накрывшись одеялом, они творят безобразие. Черное дело. Черное дело. Какие товарищи нам? Совсем не товарищи. Какие товарищи нам не товарищи? Товарищи. А вверх ногами ты классно получился, я смотрю. Вообще как он? Классное кино получается? Ну, дарите почем? 2,5. Какие? 1000. 2,5. Купонов. Эмиратский. Красный нос. Дед Мороз. Ты? Дубль 345. Да. Ну, Боря, да, вдохновение. Не стесняйся, пьяница, носа своего. Он ведь красным знаменем света одного. Хорошо? Отлично. Я поэт. Зовут Барукаев. От меня вам чароплари. 55. Понимаешь, ну, видать. А! Непробиваемый. Я не знаю.
Ну, не надо. А ты так просто ставь. И вот сейчас скрытой камерой мы фиксируем валютные операции на толчке. Давай день. Так. Сейчас произойдет момент передачи денег. Вот. Вы видите, как он отдал купоны. И сейчас взамен получит доллары. Лица мы не показываем, естественно. Потому что этот человек уже сидит, а того человека сейчас посадят. А вот милиция снимает уже, да? Штуку из сделки. Где же доллары? Вы еще раз можете наблюдать. Еще один раз наблюдаете, как передаются купоны большой суммы. Сейчас он получит взамен доллар. И наши сотрудники поймают их на месте преступления, как говорится, на горячем. Вы видите, ходят простые люди и ни о чем не подозревают, что творится на самом деле за этим забором. Вот злостный валютчик. 6. Вот фонариком нет, ребята? Главная пауза. Это наш сотрудник. Его никто не видит и никто не замечает. Что не стоите? Молодой человек. По сводкам Совинформбюро за последнее время задержано больше 30 человек, занимающихся валютными операциями. Конфисковано 30 тысяч долларов. И 30 тысяч купонов. Ты вот никогда штанишки будут стоячие продавать. Ну что, доллары будут передавать? Лосины сколько? 55. Лица неизвестной национальности. Сейчас произойдет передача долларов. Заметьте, у него калькулятор импортный. Ругает. 700. Нет. 15500 не хочет он? Парень. Вот наш сотрудник стоит, он уже готов брать их с поличным. Запомните это лицо. И это тоже. Страшное лицо. Злостного валютчика. Вот произошла передача долларов, и наш сотрудник ловит его на горячем. Но! Ты труп! А где Боря? Ты уже труп, где Боря? Я пошел Борю убивать. Боря! Выходи, подлый трус. Кому? Он убит. Да. Ого! Ничего никакого, Рек. Только эта ерунда, с Богу, появилась. Снимай. Подожди. Ой. А сейчас снимаю, Костя? Да. Прямо на фирмах? А где Боря? Где мои патроны? Покажи, Зайка, что там пацан? А ну, пошли будешь мне. Идем, идем. Посмотри, пожалуйста. Есть сапожки? Сейчас, снимаю его. Со мной вот. Не могу
вашему счету, куда? А? Пошли, я Генку убиваю. Пошли. Он не согласен, но я выебись. И доллар, и по курсу. И в лоб ей. Иди обнимай меня опять, это ж снимаю. Где он? Я пришел, я вернулся. I'm back. Родственница, не будем обниматься, он заснимет. Его нет. Будем терроризировать Серегу. Фриз! Замри, падла. Документы. Документы быстро. Спасает твою жизнь. Вот так. Документы? Горько, ты видишь? Подожди. Вот мой документ. Сюда, я проверю. Он проверит. Видишь, я спас твою жизнь. Проходите. Уходи быстро. Проходите. Проходите. Поменял. Так же поменял. Видишь? А вот наш сотрудник. Вчера не получилось. Ваше мнение о Кравчуке и купонах. Не торопись. Веселей, веселей. Веселей, улыбочку. Улыбочку не видно. Номер 25. Добрый день. Привет. А где мальчик? Дайте снять. Девочка. Ты хочешь себя в кино посмотреть? А это тоже ваша? Нет. Вон рыжая. Это не наша соседка. Она к нам в гости приходит, кушает нас, мы ее облизываем. Я папа. Ты кто? Папа где? Папа идет. Здоровый папа. Ты чего? Балбес. Багажник открыт. Фильма. А мешки? Мешки под глазами. Там у нас лети на этого в темноте. О. А что ты такой заспанный? Спал что ли? Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним. Серия 4. Суббота. Одесский толчок. Суровая жизнь украинского спекулянта. Вот такого, например, как Николай Эдгарович.
Как тут не вспомнить о Сталинграде? Дочлен, Дадина, ну давай, с ноги на ногу. Индировцы тихен, вегадун, Дочлен, русска пичули. А вожди, ну! Пальма. 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 Сезонный, оптовый. Деревья выросли, поспели яблоки в саду у дяди Вани. А ведь казалось бы. А вот в субботний день прибыли наши дорогие друзья-конкуренты. Марина и Виталий. Что они нам хорошего расскажут? Пьем кофе, пьем водку. Они пьют кофе и пьют водку. Покажи водку. Водку показываем. Покажи водку. Покажи бутылку водки. Да. Бутылка водки. Выходи. Вот она. Налей. Водка русская, заграничная. Да. Птичкой. Привезенная птичкой. Привезенная с Турции. А можно убрать, девушка? Рубашка 200. Боренька. Можно убрать? Боренька. Да. Вот есть девочки 200. Есть такие? Да. Все есть. Все на месте. Конкурирующие фирмы все на месте. Тоже длинным рукавом тебе? Две рубашки есть длинным рукавом. Пират. Вот они в развернутом виде. Размер какой-то? Вот. Размер большой. 51 вот это. Ну вот большой. Нет, не 7 метров, 50. Между ними моете, там пленки нет. Разверни рубашку. А вот и Норочка прибыла из Арабских Эмиратов. В чем сетерки эти? Что посмотреть, все эти головы не бывают. Лорочка, как в Арабских Эмиратах? Что тебе сказать? Ты, наверное, там должен понимать, да? Там тепло? Очень. Ты загорала? Я сгорела, не то слово. Ну, а здесь так холодно. Холодно, морозно, знаешь как? Мама! Ты скажи лучше, как ты? Нормально здесь? Как всегда. Ты мне потом принесешь кассетку? Да, всем будем показывать. Кино снимаю, кино. Здорово, кино. Кино снимаю. Колготки твои прорекламируют. Марина, Коля, смотри. Какой день читает. А что за телевидение? Сены. Ну тоже надо таким пополнить. 4 тут. Сколько штук? 14. Thank you.
Боря, я здесь, фотографируй меня. Здравствуй, дорогой. Пять, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 160 и петушочек я даю золотой, который гребешок. Я здесь, я здесь. Двадцать. По-моему, по 23. 24. Спасибо. Пожалуйста. А батареечки маленькие, какую цену? Батареечки по 2,5 штучка. Какого? Не, я только с оттуда приехал. Почему просто я? Как успехи? Костя, а что, привет. Ты все продал? Привет. Как видишь? Это я с мусором поздоровался. Что ты? Да. 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 А что он такой темный? Ты, кто, в чем дело? Затемненный какой-то. Я темный. Да. Приблизь. Потому что рядом сотрудник. Затемненный. А где ты там? А ну да, я поломал. Я его забыл. Как она движется? Положим, домашний. Боря, говорят, если тебе показать 60. Пальчик, я буду платить. 650. Боря, ты спел уже песню, а в чуме ждет расцвета? Сколько вы даете? Я прочитал это речитатив. Вот там дешевле. А ты пел песню про чуп-чуп? А чук-чук-чук. Слепи да степи коруга. Это ж не про чук-чук. Ой, сколько народу. А тут у вас для памперс. Здорово. Да, короче, Данный миг. Копии вам мы за нее должны. Да, я как я его засню? Надя, да. Не, я курицу хочу. Здрасте. Принеси курицу. Вдвоем за рулем. Да. Он передачу включает, я рулю. Будущее здание толчка. Наши надежды. Вдвоем за рулем, да? Нет, он передачу включает. А кто педали жмет? Боря. Да? А? А сколько это за рулем собак? Thank you.
Боря. За баксы продано? Ку-ку. Сколько? Еще? Приеду, блядь. А, теперь, да. У нас гамаш. Вот ты гамаш. Пальма. Сейчас на пальму вылезем. Будете это. Чем ходишь, мол? Боря, очнись. Идет торговля, а ты читаешь книжки и газеты. Ой, Борис. Боря, дай мне тут еще на Борис почитать что-то. Рекомендую последние гамаши. В этом сезоне. Привет. Какие кому больше нравятся? Здорово. Для того, это красивее, как уходящие женщины обычно берут ручечку. Это? Это солиднее, мощнее. Подожди, я ж не успел. Что ж ты делаешь? Ты ж предупреждал. Почем гамаши? Все, парень. Стреляющие гамаши. Почем гамаши вас? Бесценные гамаши. Я хочу пить. Гамаш? Так, и 15 тысяч. А не будет! Развалите стол, какие? Товарищ, почем ваши гамаши? Ваши гамаши проданы большевичками. А левыми партиями? Левыми партиями, значит, партиями налево. Они не простые. Левыми партиями, да не пыльные. К свободе к свету. Деточка. Напугал? Да, вот так смотрела под тебя, когда ты крикнул «Светочка». Видать, что это хорошо оттуда. Кстати, что ты так делаешь? Все равно постоянно. Ой, я приблизил, а не достаю. Почему Мальборка носили, кстати, сюда? 11 ядреновых, я не взял. Так, 11 тысяч блок Мальбора. Что такое? Снимай всех, всех снимай. Всех. Вот всех веселых особенно. Всех веселых. Дерьмовочка. Ну? Последние гамашки. Последние. 8 упаковочек. Последние. Быстренько забрали. Быстренько 55 забрали. Ушли. Вернули, взяли еще.
тобой много говорить. Как много? Я ж в купонах говорю. Она имела в виду, что ты вообще много говоришь. Быстро последние гамашечки. 8 упаковочек осталось. Что там случилось? Забирайте, забирайте. Меняю гамаши на пиво. Одну бутылку? Ящик. Это самое, да? Я не понял. Мы кейсик-то заснимем. Как нонче в Эмиратах? Нормально. Нормально. Ну, это все впечатление, что ли? Синенькие гамашки, я бы сам носил. Что я, кстати, и делаю. Бать, если ты был 40-й. Я был 40-й. Это сколько же мне нужно сделать? Надо 5-6 упаковок. Где? В оптовую розницу. 3-4 200. Она кого пустила? Ты купил кофе? Водичка. Нету кофе. А водичка фонтан. А что, уже весь кофе выпили? 25. Ты купил кофе, Костя? Нету кофе. Пришли водички. Ну, а сейчас я туда схожу еще. Наша. Это женский, я не на вас. А, пойдут, пойдут. Так ходит, блюдо. Сидяки. Надо помочь. Куда? Сережа, ты где-то работаешь возле меня? Я с ним работаю. А ты там увидел? А? Что ты там увидел? Я хвост вижу. Это наши люди. Нас оберегают от врагов. Да, могут убить тебя, да? О, убить могут. Боря, это все в налоговую комиссию, я так понимаю. Все туда, все. Все туда. Так, когда ты скидываешь за конца? Оп! Оу! Сегодня скинешь? Да, сегодня будет готово. Ты где? Справа. Где нас есть? Вон. Жалеть не будешь. Да, Нуля. Рада видеть. И я тебя. Дай пару копеек. Что ты снимаешь? Флоры давай. Я буду собирать. Так это мне должны платить? Че, вот эти вот бесплатные съемки, а, Боря? Боря, надо платить. Так кто кому должен платить? Куда ты придешь? Я не понял. Ты что, Боря, ты не
Борик. Да. Борик. Он читал. Он снимает. Он еще никого не снимает. И как? Закрыла, белый можно связать. Да не, ну я вот не, он на камеру снимает. Я это делал. А вот и дом родной. С пальмой. Что ты еще можешь показать? Я показываю свой портрет. Грубо. Будешь пить, Боря? А перед ним проплывает туда-сюда день, туда-сюда день. Обошел все будки, пирожки с тыром закончились. Вот он нам ножик еще не вернул. Товару-то сколько? Мама дорогая? Нет достаточного удаления, чтобы обозреть полностью окрестности все. А мы тогда взяли много этих самых памперсов. Как мне его все сложить? Ну, пока здесь и ставим, не будем. А вот и спекулянты, бизнесмены готовятся к трудовому воскресному дню. А мы работаем без выходных. И все это происходит на фоне прекрасной природы. Средней полосы, полосы Одессы. В таком ящике так много этих, да? Кажется, коробок. Ты знаешь, черные и красные закончились, по-моему, напрочь. Ну, в машине ящик еще лежит. Полный? Да. А, с калькуляторами. У него калькуляторы. Так, надо еще... А, памперсы тоже есть. Вот эти машинки закидаем в тот ящик, и все. Ага. Слышишь, Костя, что это все? Памперсов есть полный ящик, там и желтые, и красные? Там только там желтые, по-моему. Там только желтые? Да. Или только красные? Или хер его знает, смеш. Давай для магазина все равно возьмем два ящика еще. И тех, и тех. Есть. А вот и я. А ножики у меня есть. А это я. Это он. Это он. Даже не скажу, кто. Так, товар приготовлен на следующий день.
А в тачку все влезет? А ты все оставляешь в машине, да, Костик? Ты не вынимаешь потом? До толчка? Нет. Ты что жрешь? Люба там заскочила, чуть не запряталась в Александр. Она думает, что там вискас у вас. Вискас? Любишь ли вискас? Наши киски любят виски. А ведь похож с пальмочкой. Ну, кстати, там не хочешь, там система MPSI, но многосистемный, значит, телевизор, что ли. Оператора домой. Ты домой, да? А что там везде? А, там же нельзя повернуть ничего. А? Нет, с правой поворотом. Ты думаешь? Думаю, что да. Больше ничего путного не придумали. Хотя непонятно, в украинском городе улица названа в честь какого-то москаля. Он же немец. Ну да, опять. Нет, он же шпион немецкий. А по национальности он москаль. Чем обыть жить? Вот одно из двух. Помнишь знаменитый рассказ, когда там народ спорил, какое национальное население? Но. Ну, там русские говорят, ну все, Владимир Ильич Ульянов, Симбирск, Симбирская губерния, ну, естественно, ну, тоже еще русский, конечно. Может, там прабабка еврейка, она же видно, чувствуется по всем этим делам. Опять же, не зря там к учению марксизма присоединился. Чукчевый это, однако, неправильно. Однако Ленина Чукча была. Как? Чего Чукча? Однако Сыпка умная была.
Франковская. Бывшая Комсомольская. Видишь, как я больше всего набрал именно в районе полпятого. Последний момент, батя, сюда. Надо, видишь, что в воскресенье плохо нравится. 25. Санды! Да. Солнечный день. Оптовый начинается с того, что Костик с Ниндзя обмениваются купюрами. Ниндзя тщательно упаковывает денежки. Вот здесь, да? Да, всего-то. Что считает? Да, вот как он красиво считает. Что такое? Дело или что? А почему это пистолетики? Такие пистолетики. Ну, мы опять сегодня в бизнес-клубе, одесском бизнес-клубе, носочки фирмы, кадет в любом количестве. Любой фирмы, любой расцветочки, пожалуйста, к вашим услугам всегда, фирма Кадир. Солнце не мешает, там Ира Семеновна считает бабки, если можно будет, снимите на 7-й канал. И желательно постоянных клиентов надо будет тоже оптовиков заснять на пленочку. Итак, мы возвращаемся к незаконным сделочкам. Ракурс. Лево. О, лови, лови. Вот она. Вот она состоялась. А за рубли? Состоялась. 12.125, давай. Да, где рубль? Ниндзя доволен? Открывается. Да, да, там есть все. Переживай, нажимай. Занимаешься, занимайся. А это меня, когда я вчера в оперузле там был, они меня попросили снять. Ага. Крупным планом. Крупным планом. А здесь табличка? А вот только мне табличку не делай здесь. Нижнюю не делай. Табличку, нет, табличку подставлю, вмонтирую. Вот я знаю, два рода станцевать. Может провести ребенка разбомбить? А? Может провести ребенка разбомбить? А это кто? Ломщик это? Наверное, не знаю, человек заходит, его, а я не видел его с двух сторон кто-то понимает. А в наглую, один, знаешь? Один наглыми. А вот и пришел оптовик. Наш друг оптовик. Что он берет? Он берет пистолетики. У него много детей. Пирожочки горячие. Хорошо. Горячие пирожки. Где горячие пирожки? Это не пирожки. Пирожки горячие. А что такое, чего ты танцуешь? Товар продан. Продан товар. Выходи на середину. Половые игры. Я тебе могу привезти такой. А он все продал, он счастлив. А, вот в чем дело. Боря, что у тебя за счастье такое? Все продано. Он все продал. Я свободен, как Бангладеш. Стамбул ждет новых героев. Стамбул меня ждет. Не, вот
А вот и Дима милиционер пошел. Шило, знаешь, он как предмет. Классно. Так, хопа. $300? Хороший. Побалуйся. Помечтал мечтать? Конечно, никаких денег не было. А сколько такое кошелек? Давидов? Нет, там бесплатно снимали. Вы сейчас один еще не снимали. Молодые люди, сколько такое кошелек? 25. Регулированный вот. Вы работаете официально, а вот регулированный. Мы переставим максимум. Поехали. Давидов, рекомендую. Что может быть лучше Давидова? Продажа табачных изделий запрещена? Я вам на вам пишу. Что ж там проверяют? Ну давайте. Смотри, смотри, смотри. Прозрачные, не видно. Ну и прекрасно. Все вам какая. Здесь газета. Котам в мешке, не знаешь, пустая она или не пустая. И даже когда пользуешься, ты не видишь, что не работает. Нет, если будет грязно. Посчитайте. Такая вам, да? Да. Послушай. Когда пользуешься, это вторая. Когда пользуешься, все с этим сами, этикетки. Обязательно они будут затрепаны. Затрепаны это тело. А, нет, я в смысле, пользоваться. Ну вот же стоят, там сбоку послушаем. Так, давай, ну что заканчивается. А это что могу сказать? Или может попользоваться неделю, или там. Я думаю, что это не на неделю, это пару месяцев. Должно быть минимум. Костя, еще... Сколько еще? Давайте еще две. Еще две, да. Это не для глаз, это помазка. А чьи? Японские. А такое сколько стоит, да? Одна стала? Ну и туда берешь и все. Забирай. Японские. Ты ж подышал в новом пальто, Боря. А? Компромат ищешь на меня? Да. Привет, Петя. Боба, улыбнись. Я вижу внимание. Я вижу внимание, как хорошо. А сколько змеечка такая? Змеечка? Где Бабаная? Бабаная? Боря. Змейка? Вернуть карман. Какая? Тысяча. А кто здесь кушает раков? А как это красиво! Раки с пивом? Пиво с раками. Ничего не пригорает. А это 5 долларов. Женщина, я раньше подошла. Я пришла. Да сколько в купонах? 31,15. Не надо. Я больная и вообще не надо мне снимать. Все мы здесь больные. Я не в форме. Я человек больной. Врачи приказали. Шире кошелечек. Здесь?
Ну, ручку заберите. Доллары там. А говорите, больная. С такими деньгами? Вот так у нас воскресенье. Новый. О, это Герочка, это Герочка. Обязательно. Здравствуйте, оптом бесплатно. Одна за деньги. Калькулятор 19. Я взял все по одному. Это что будет? Она нас не будет. 8. Давайте тогда. Что за связь? Достань желтый. 14 и 16. Сколько набор платочков? 35. А вот и шапки. Это вот эти. Двое. А среднего шапки просто четыре. Это вот эти. А ну с другого выхода. Надо рубли никто не берет. Любой убирай. В нашем магазине появилась Коша. Вот это. Молодой человек, я не берет. На, посчитай, Борь. Выступаю. 19. Да, да. 40 тысяч купонов. Везде блешка. Пошел с Джамилем. Ты видел? Это представитель, знаешь, какой фильм, да? Агентирование всех судов на Черном море. Сколько вы за камеру? А? Камеру сколько? $800. Да? 155 человек. Черная, да. Сколько твой автомат? Вот я. Что? Это мужская. Ну написано, что? Ну что? Все, понял. Интересно, 25 что? Ну, что может быть 25? Доллары. Ну, покупайте за доллары. Вот я продаю за купоны, можете купить за доллары. Карандаш 9 тысяч. А что это за ерунда? О, вот, объясните. Это не ерунда, это машина. Я снимаю своего коллегу. Нам не надо продавать. За то, что я привожу покупателей в наш магазин, мне, пожалуйста, пару процентов. Круто. Так это ж пару, даже 3%. Ты хочешь больше? Да. 5%. Сейчас. 5%. Я ему дал 5%. А дай назад 5%. А 4 литра. А тебе он надо? Нет. А что ж ты спрашиваешь? Кому? Мне
когда я покупал ее. I don't know. Ничего, никакой рек. Там какая-то ерунда сбоку появилась.